Вновь приветствую вас на моем прохождении первого Ведьмака. Как вы могли заметить, по сравнению с предыдущим эпизодом, улучшилось качество. Я купил себе новый монитор, поэтому запись на YouTube теперь могу выкладывать разрешение 1080p и 60 FPS. Надеюсь, вам будет приятнее это смотреть. Так. Мне необходимо вспомнить, что же я должен делать дальше. Game of Dice, покер, Беренгар, поговорить с преподобным, горячая картошка. А, я так и не зажег часовни эти. Опять поговорить с преподобным. Солнце еще вроде не село. Закат. Может быть, я успею сыграть с Микулом. С Микулой. В покер. По-моему, это последний соперник. С Содой я играл. С Харином. С Золтаном. Да, стоит самику. По идее, Микул должен перейти на другие ворота. Сейчас проверим. Так, 4 ласточки. Полное здоровье. Да, вроде я там Микула не вижу. Трупы с моста уже убрали, осталось оружие. Сеча, конечно, здоровая там была. Это вам не с утопленниками драться. Заодно мне еще остается победить этого особого топца на том берегу. А, так, зря я сюда зашел. Воровская жизнь. Попрошайки. Да. Микул тут. Как насчет партии в покер? Ох, денег у меня немало. Это хорошо. Две тройки. Две четверки. Ладно, повышаем. Ага, две пары. Да. 3-6, у него 3-4. Раунд за мной. Две шестерочки. Нормальное начало. Две пары. Это плохо. Я бы хотя бы еще одну шестерку.
Но нет. Ну, пара у меня лучше. Да, я победил. А, нет. У него три. Да. Решающий раунд. Что за дела? Шесть один у него, 5-4 у меня. Рискую. Жаль. А почему? Видимо, берется не сумма, а высшее значение. Шестерка. Жаль. Матч-реванш. Две пары. Две пары. А нет, у меня одна пара. Попробуем выкинуть четверку. Ага, отлично. У меня стрейт. У меня, по-моему, ничего. Плохо. Кидаю все. Он победил в этом раунде. Пара. Нет, я проиграл. Я уже 300 ему слил. Да, я победил Золтана. Я победил Ода, победил Харина, все правильно. Остается Микелушка, Микелушка. Три лилии на гербе. Три игры. Не хочется столько денег спускать. Что поделать. Две шестерки, нормально, нормально. Две четверки, хорошо. О, как ставки возросли. Главное победить. Я смогу вернуть часть потраченного золота. Плохо. High straight, или как это называется? Six high straight, да. Пара. Но это единственная моя надежда. Угу. 300 рублей на кону. Пара пятерок. Ага, пара троек. Но у меня преимущество. Остается им воспользоваться.
Ну, две пятерочки. Одна уже хорошо. Yes! Full house. А-а-а, зараза. Ну, зараза. Как думаете, стоит еще раз пытаться? Ладно. Кто бы мог подумать, что он окажется лучшим игроком среди всех четверых. Но это последняя попытка. Меньше 1000 падать не хочется. Отличное начало. Просто отлично. Неужели он сдается? Один, два, три, четыре, пять. Неплохо, неплохо. Главное, чтобы он двойки не выкинул. Yes! У-ху! Неужели с ним не надо было играть? Ну и ладно, это было весело хотя бы. Так, надо подождать до наступления темноты. Сколько у нас сейчас? 19:30. Так, что у меня на мече? Некрофейт Шойл. В принципе, он мне больше не понадобится. Ага. Заточить нечем, к сожалению. Ну ладно. Тут был костер. На нем я отдохну. Вернусь к мельнице к этой. Там попытаюсь победить особого утопца. Или надо было ждать до полуночи. Видимо, да. Придется еще раз отдохнуть. Заперто. Это мне напомнило, что мне еще надо сопроводить весну. Но это лучше делать после того, как я зажгу вся часовня. Сварить какое-нибудь зелье. А, но базы у меня нет. Спектройл, кстати, может пригодиться против баргестов.
Шторы. Dev Dust Beast Funks. Зеленый. Синенький. Интересно, надо все брать черные. Ну, вроде никаких бонусов я не вижу. Ладно, варим по умолчанию. Дождь. Самая подходящая погодка для утопцев. Пойду соберу урожай из их мозгов. Вот они и повылазили. Групповой стиль. Арт. Вон он. Надир его зовут. Ого, как меня огрели тут. Срочно пьем ласточку. Отлично. Главаря их не убил. Фуф. Надо же, Микул прибежал на помощь. Последний. Вроде последний. Собираем останки. Вот он, трофей. Скальпель, похоже. Так. И вот, вот эти три храма мне надо посетить. Как раз можно будет заглянуть к охотнику. Красота. Где там масло против призраков? Синяя, наверное, оно, да? Ага. Классно смотрится в ночи. Полтора часа ласточки. Надо поспешить. Угу. Масло помогает. Так, тут свеча стоит.
Но Баргест появляется все равно. Но оно и понятно. Свечей они не боятся. Собираем их головы. Продажу. Мужики, осторожно. Сколько их тут набежало. Минус 2. Так, пожалуй, я сохранюсь. Вот и первый из трех храмов. Минус 2 опять, отлично. Осталось всего 2. Дождь прекратился. Выступила луна. Достать меч. Ого, 4 штуки. Групповой. Вроде все. Первым делом свеча. Никто больше не появится. И остается последний. Охотник, все нормально. Не паникуй. Минус 2, хорошо. Последняя свеча. A little fast in the chapel, but as expected, we did not do any good. I should tell the reverend he was mistaken. Фиг ты испугаешь зверя простыми свечками. Так, сначала к охотнику. Интересно, сколько он мне отдаст за этот трофей? 300 оринов. Greetings. I have the head of the lakeshore monster. Impressive indeed for a drowner. Even looks like holy melatelli, a drowned dead. Есть все. Ну ладно. Take care. Возможно, я за это даже получу опыт. Я не заметил, правда, но...
Looks like Miss Vesna has unwanted visitors. I dare you. Oh, this shrew needs to... Сколько их там? Четверо. Четверо на одну девушку. Храбрые парни. Can't wait. Is that you? Witcher, help! Piss off, Whitey! No monsters here! Don't have the balls to fight a Witcher, Butch! Shut it, woman! I'll show you balls! А сейчас ты их потеряешь. You'll be sorry. Так, групповой. Арт. Отлично. Так, теперь силовой. Силовой, я сказал, почему не работает. Наконец-то. Раскидали их. Will you help me? I fear the dogs and thugs, but I need to get home. Конечно. Certainly. She's not a rebelt. Уж точно. I decided to help Miss Hood to get to her grandma place in outskirts. I need to protect her from creatures she could encounter on her way. Так, что в карманах было у этих бандюк? Водка, берем. Топорик. У меня что, сейчас кинжал? Может попробовать топор действительно. Дубинка. Мне не нравится, как она выглядит. Четвертый. Отлично. Четыре банки алкоголя. Так, я, пожалуй, сохранюсь тут. Ибо это не так-то просто отвезти ее к бабушке. Шапочку нашу. Но... Есть один хинт, смотрите. Четверти здоровья не хватает. Заходим в дом. Опаньки. В заброшенные дома ночью не заходить. Выходим. И да, у него полное здоровье. Можно представить, что они пережидали в доме. Я на первый зал себе рано. Что-то вроде этого. Баргесты — это проблема, конечно. Напали на торговца. Жив. Да, еще один укус, скорее всего, помрет. Поэтому бежим вперед, пока он сам не догнал баргестов. Those dogs, those hellhounds. You're all right. They're gone. Да, но будут еще. Я успел укусить. I managed to defend Vesna from a Bargest. We have to move on. Get to her grandma house. По пути можно будет зайти в дом. Чтобы он восполнил здоровье.
Да, лучше не рисковать. Погостили. Хватит. Обойду стороной эту собаку. Может вообще вдоль ограды пройти? Не получилось. Ого, сколько их тут. Да, мы практически уже пришли. Не зря зашли в дом. Иначе бы у меня осталось здоровье на один укус. Так, зайдем еще в этот. Кажется, вроде уже близко, но я не хочу рисковать. Квесты на сопровождение, они такие. Весна, идем. Shall we meet again? I don't know. I live with my grandma, and I'd rather not shock her. What could possibly shock her? Everything. Except if we met to pray together. But listen. Помолиться. This one place, the old mill. Secluded and quiet. Exactly. But people say it's haunted. I wouldn't want the miller's ghost disturbing us. Ghosts wouldn't dare disturb a witcher. Others will stay away out of fear. Settled then. I'll see you tomorrow after sunset. Bring wine, and I'll bring food. Заметано. Двойное добивание. Справитесь? Отлично. Прямо вилами. Это рождает неприятные ассоциации. Ну да ладно. Так. Что можно сделать еще ночью? Да вроде все. Навещаем преподобного. По-моему, он живет здесь, да. Speak quickly. Так. I carried the eternal fire to all the chapels. The beasts still haunt us. I told you it wouldn't work. Where's my payment? Ah, yes, your payment. The curse must be stronger than I thought. Doubtless caused by that witch, Abigail. An evil woman. A witch? Maybe she can tell us more. She brought the beast and all other calamities upon us. Perhaps, but I'd rather speak with her first. We must know from whence the beast came. Learn the truth. I will, for 300 orans. Our community's poor. Perhaps 200? So be it. A little far us in the chapels, but we did not help. The reverend wants me to learn where the beast came from. The local witch is his chief suspect. We should call on her. Так, надо поговорить с Мигейл. Speak quickly.
I'd like to bury a man in the crypt beneath the church. You ignited the eternal fire. I'm grateful. So it's a deal? Inside the crypt lies a crumbling sarcophagus. Crumbling? Rather dig a ditch? I'll take the sarcophagus. Ага. Так, зря ты опять лег спать. Я еще не закончил. Я всем помог. Odo's and Heron's monsters are gone. For Mikkel, I cleared the crypt of ghouls. I must admit, I'm impressed. You may yet defeat Salamandra. To do that, I need to know where to find them. I will say nothing until you eliminate the beast, Witcher. That is my condition. I'll see you later. Так. I have gained the trust of the most prominent villagers. Reverend one bows so easily. To convince him, I must finish off the beast. The Reverend gave me his permission to bury the body. I shot into the church, find the place for burial. Mm-hmm. Надо сохранить останки знакомого Льюардена. Это очень хороший опыт, то, что у меня есть масло против духов. Оно сильно поможет. Так, обносить церковь не будем. Просто посмотрим, что у них тут. Вино. А мне как раз не надо. Вино для весны. Оно у меня есть? Нет. Ладно. Было бы странно, если бы ведьмак просто так зашел и взял вино с алтаря. Какие-то засушенные мумии. Так. Так как я знаю, что меня ждет впереди, пожалуй... Ну, ласточку точно стоит выпить? Стоит ли еще что-то пить? Попробуем так. Remember me. I do. You chased me, you and your ghastly hunting party. I do still, though chase isn't the word. Why is that? My task is to see destiny fulfilled. Оружие судьбы. Will you tell me my destiny? Destiny is a double-edged sword. You are one edge, the other is... Смерть is no destiny, only coincidence, blind chance. Death. I'll follow you, waiting for mistakes. That's not all. There is death, but there's also free will. I'll find Salamandra and fulfill my own destiny. I'll be waiting, Wolf. Endrian va sauv leo tervle. You mock destiny. You mock it and trifle with it. Destiny is a double-edged sword. You are one edge, and the other is death? No. It's we who die, because of you. Unable to catch you, death contents itself with us. Death stalks you, following in your footsteps, White Wolf. But others die, because of you. Должен был умереть я, а помирают мои друзья. На это ты намекаешь. Так, сначала меч. Быстрый стиль, наверное. Попробую сбить его ардом, хотя он призрак. Плохая идея, лучше все-таки пожечь его. Отлично, он загорелся.
Да, чувствую, масло сильно помогло. Даже ласточка не понадобилась. Красный метеорит. Отлично. Просто замечательно. King of a Wild Hunt. The King of a Hunt appeared again. The point at one of his raves to fight me. He exploited a weakness. A rave was a specter for Leo. Leo. I saw Leo face again, this time on a specter. It reminded me what I failed in its cellars of Caermore. Геральт считает, что он все-таки ошибся. А, так, журнал квеста. Brutally warned companion. It's time the merchant paid me. Вернемся за наградой. Правда, ночью он спит. Ну, по пути можно будет поубивать еще баргестов, если они появятся. И пособирать травки. Можно съесть что-нибудь. Да, еда восполняет совсем немного. Без особых проблем добрался до гостиницы. Can I do for you? Так. Ага, здесь пусто, к сожалению. What can I do for you? Так, ты ничего не продаешь? How can I help? Так, вино. Тина Роуз, Марвел Свайнов, Рич Букет. Так, можно продать эту курицу. Молоко, в принципе, это пиво тоже не надо. Так, и подождать до утра. Got a room? Yes. For you, 5 orans. Так.
ласточку, чтобы 5 штук было. Кошка, есть у меня кошка? Нету. Варим. Ага. Ждем до полудня. В принципе, можно чуть поменьше. Так вот. Ой. Вот так, хотел не с тобой поговорить. Zoltan, хотя... You mentioned my vanishing. Any idea why I disappeared? I'm not sure how to tell you, but you died, Geralt. 5 years ago, during the massacre in Rivia, I saw some scoundrel stick a pitchfork in your gut. You bled to death on a dirty street before my eyes. Or so I thought. And I've seen enough corpses to know. Though there are some unexplained cases. From what I remember, Witcher mutations significantly changed your body, but that makes it no easier to believe you survived. Про это имел в виду, когда говорил, ожидает неприятные ассоциации. Когда паучениц протыкал Боргеста. I need to go, Zoltan. We'll talk later. Леварден. Any news? Да, есть новости. I buried your friend. Sad to end in some forgotten village. It was a decent burial. Then I can leave with a clear conscience. Forgetting something? Ah, your 200 orens. Так, что же нам остается? Берингар. Надо посетить Абигейл. Базиков Элкина. Бог. А я эту книгу не читал. Master Jeremiah, to understand alchemy, you must understand two great truths. First truth, as above, so below. Second truth, everything is one. This truth teach to alchemical substance everywhere around you, in field, herbs, in human and animal, in bowls, even rocks. This is because alchemy is alive, and life is alchemy. Once you understand alchemical processes, you will understand the process of life, and the world of the nation will become an open book. Yet alchemy is also knowledge. Does the potion require flower or a leaf? Is vermilion found in a kidney or the eye? These questions are answered by books. They were read both, the old masters and new works. Practice your herbalist skills, mixing oils and powders. However, first and foremost experiment. Because the greatest discoveries in alchemy have come about through experimentation. This book is was re-entered with journal. Эксперимент, научный метод, дополнительные субстанции. An alchemical ingredient can contain one of three additional substances: albedo, negredo, rubedo. Ага. Белый, черный, красный, вроде бы. If all the ingredients chosen for creation of a potion have identical additional substances, the resulting potion will provide additional benefits beyond the basic effect. Albedo potions. Characterized by a low level of toxicity. Белый понижает токсичность. Negredo potions affects coordination and concentration. Increasing damage inflicted on opponents. Ага. Negredo повышает урон. Rubedo potions. Aside from potions primary effect, it also regenerates lost vitality. Ага. Белый ниже токсичность. Черный урон. Красный восполнение здоровья. Хорошо. И это только для зелий, а я пытался для масла это применить. I'm forced to sell my goods out here.
Совершенно не помню, где эту книгу нашел. Да ладно. Сейчас забегу к Эбигейл. Посмотрим, что она скажет по поводу зверя. Ты как? Сочувствую. С чего бы начать? The Reverend believes you summoned the beast. And what do you believe? Nothing yet. What's your side of the story? I had nothing to do with it. I need to know where the beast came from. Why ask me? Aren't witches wise in the ways of magic? Yes, but this beast is beyond me. Although, I know someone else. Who would that be? The boy Alvin. He's a strong source and a diviner. What he knows we could not hope to imagine. However, if I were to give him a certain potion... Won't it hurt him? No need to fret, he'll be fine. Bring me the petals of 5 white myrtle and your questions will be answered. Myrtle grows outside the village. If you lack knowledge of herbs, I have this book. It's yours for a price. Довольно поздно объясняют это. А, трава у меня есть. Отлично. What do you want? I gathered the myrtle petals. Excellent. Now to prepare the potion. How is it made? Interested in witches' secrets, are you? The recipe is yours if you swear to take it to your grave. I swear. Draw close and listen. Blend 2 ounces of cadaverin with the myrtle petals. Speak your name backwards, turn about 3 times leftwards, spit into the fire and stir the potion. Complicated. I knew witches' magic would be beyond the mind of a man. Grant me a moment to finish the potion. See you later. Так, необходимо подождать, пока она приготовит зелье. A broth vichuvat myrtle petals. She needs some time to prepare a concoction. I should look around for our work. Искать другую работу. Что еще можно сделать? Предместьях. Опасных чудовищ я нашел. Со всеми сыграл. Вроде всем помог. $1500. Надо было продать черепа ведьме. Надо не забыть в следующий раз. $500 не хватает до повышения. Особая атмосфера в этой первой главе. Мне особенно нравится эта мрачная погода.
навеивает некую тоску. В хорошем смысле. Красиво, не правда ли? Удивительно, как они все-таки смогли накрутить движок NVN. Кстати, что думаете по поводу NVN? Стоит ли в него сыграть в 2016 году? Закаты тут не менее прекрасны. А музыка-то какая? Ну, завершим мы этот эпизод на приятной ноте. Заранее благодарю вас за просмотр. Увидимся в следующей части. Finally, I feared you'd never arrive. This place makes my flesh crawl. Did you bring the wine as I asked? Oh, thank you. I feel much braver now. Will you show me the mill? Of course. Whatever you like. Ladies first. Perhaps I shouldn't. What if my new frock gets dirty? Don't worry. We witchers have solutions for that. Watch where you step, idiot. What is it? Something haunts the old mill again. Hmm, seems so. Maybe we need you to look into it. Ah, they're never around when you need them. They'll have to wait. Any monster here today will stay until tomorrow. Certainly no sense in sending anyone else.